Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик, опять же, утренних акций. Посмотрим, что у нас интересного есть на немочке. Нифига не добавили. Так, это все те же. Ну, хотя бы заберем отсюда. Халяву. Две монетки, и сразу же за эти монетки можно. Ой, отлично. Плюс два осколка. Ууу, нифига себе. Это фарт. Плюс 5 осколков на халяву. Добрал я вчера все-таки за пределы до максималки. Но единственное, здесь появилась такая пачка, которую реально сложно убить. За счет того, что здесь у нас, как видите, есть фен, есть гаргул, и гаргул хилит реально миллионы, плюс зеленый смотр, и моих героев просто тупо нафиг сливают. Точнее, моего огника. Я уже попробовал дофигища разных вариантов, не знаю, еще попробую. У меня там есть еще пару попыток, но, как обычно, шанс слива максимальный. И достать то, что ты хочешь, очень сложно. Такс. Ну, квастики я потом поделаю, поехали сюда. Тут еще ничего не обновилось, в 11 часов, может, что-то новое будет. Пока нифига нового нет, окей. Поехали на английский сервачок. Глянем, что там на английском. По идее, должно быть хорошее накопление сегодня. На аккаунте на твинке, так как. Ну вот неплохая аккумуляция, две карты плюс зефир 1400 самов. Можно даже и мастера забрать, плюс 20 монеток. Довольно-таки, я вам скажу, неплохо. Это можно все сделать при большом желании. Фармануть зефира за день, думаю, можно. Такс. Больше ни хрена толкового нету. Сюрприз огни. Таланты счастливые. Спрингвилл есть. 30 камешков за 100 монеток отдают. В принципе, неплохо. Амикроки. 2000 камней, 6 таких. Ну, неплохо, неплохо. Так, коллекционер. Ну вот опять этот коллекционер. Но я не знаю, если сравнивать с русским сервером, здесь, конечно, бомба. Этот коллекционер реально пушечный. Главное, конечно, иметь дофигища запашек. Но я думаю, у многих ребят это не проблема, и ради таких... Триада, бочка. Наверное, вряд ли что-то мы вытащили. Да, нифига не упало, не уйдем. Перескочим сейчас на основной аккаунт. Ну, я в прошлый раз, по-моему, около 100 попыток потратил, чтобы вытащить. То есть реально надо дофигища запашек потратить. Но флюхи, как по мне, реально камни. У многих запашки копятся уже. Ребят, без донатов, потому что реально никого эволюционировать. Хотя запашек дофигища надо на прокачку. Так, сделаем вот так. Дофигища запашек надо на этот. На прокачку прорывов. Но у многих камней. Вот, смотрите, марксман с первой тычки, еще один. И ангел. Вот. Меньше 10 попыток. И вот, раз, два. 100 книг, 10 камней, это, ну, я считаю, это реально очень, очень крутой коллекционер для бездоната. Вот 100 книг, если посмотреть, это что у нас получается? Вот, 4 миллиона, то есть, по сути, все возвращается обратно.
Плюс на халяву вы получаете камешки. Как по мне, реально это очень круто. Ну, либо же вариант фармить здесь. Либо то, либо то. Такс. Такс. Альфа-самца. Нету никаких интересных акций, где можно было бы. Кстати, я что-то не вижу пыльцу. Что-то перестали продавать. Смотрите, вообще пыльцы нету. Странно. Короче, день без пыли. Эпайя, рипстеры. Да нету. Бинго, алхимик. Открой сундуки. Интересно. Реально пыльцы нету. Тут вообще старенькие награды еще. Да, интересно. Ну, коллекционер. Задержимого, ну такое себе здесь ниже. Поехали на русский сервер, чекнем. Чекнем, что на русском, еще забежим с вами на АЭС, посмотрим, что там есть. У Коля действительно крутой. Для бездоната, мне кажется, такой вариант вообще был бы крутой на любом серваке. Даже на русском бы сделали, это лучше было, чем то все, что там они подобавляли. Вчера там осколки барда 20 штук, но ни туда, и ни сюда. Через там один раз они поменяют, ну, соберете вы 50 осколков, дальше что? Все равно в этом нету. Так, острые чарующие огни большого замка. Вот, наконец-таки огни открыли на русском сервере. Не прошло и недели. На все пакет временные акции, подарки авиара. Мне кажется, что HG скоро вообще пыль уберут. Смотрите, тут тоже пыли нету. Накопление, конечно, не равняется с английским сервером, и на русском, к сожалению, нету возможности этой доставать. Но нету тоже пыльцы. Сейчас еще. Ну, на немке пыльца должна быть. Может, я слепой, но здесь тоже я не особо вижу по акциям, по рынку. Офигеть. На Тайване хоть есть. Сейчас еще зайдем с вами на АЭС, чекнем. Да, печалька. Так, смотрим Тайвань. Ну это реально трэш. Как по мне, это реально вон. Смета. Не, здесь хоть есть за полпака. Но реально на остальных серваках просто тупо нету пыльцы. Странно очень. Очень-очень странно. Ну такие дни бывали, но АЭС я видел на английском, по крайней мере, я не помню, чтобы у нас. Прям вообще не было. Странно. Поехали на АЭС, чекнем, что у нас на АЭСе. Я не буду так разворачивать. Так, сокровищница. Удачный флип. Сферы огни большого замка. Магазин скидок. Карточка. Ну, тут вроде то же самое, ничего нового. Древко. Ох, нифига себе. Смотрите, древко и все карты, смотрю, есть. Раз, два, три, четыре, пять,
Нифига себе. Прикольненько. Вот такое, ребятушки, древко. Дофигище реально карт. Просто тупо дофига. Ну, не знаю, для начинающего аккаунта, у кого было бы 15 там или сколько к, или 20 косама, вот это вот реально было бы круто вытащить. Прикольненько, конечно. Реально дофигище карт. Так, что тут по рынку у них? О, накопления, смотрите, какие. Вторая сумка. Так, посмотрим, сейчас тут нету. Пыльцы тоже нету. Тут акции у нас повторяются. Временные акции тоже пыли нет вообще. Что-то у меня вылезло. Блин, ну, накопление, конечно, классное. 80 сундуков, сумка зефира, реально кайф. Остальное такое себе. Ну даже за 5К 2000 камней такое. А вот за 15К сумка зефира, в принципе, круто. Причем она вторая, там от 10 до 100. И реально шансы там очень хороши. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.